Здравствуйте, мои дорогие друзья, ребята, подписчики. Я снимала ролик где-то 3 дня назад об эустомках. Вот таких шикарных, да? И показывала и другой контейнер. Вот этот, в котором сейчас нет уже этой пышной эустомы. Что хочу сказать. Нельзя, ребята, высаживать на улицу. Люди еще не... как сказать, не привыкли и не могут себя достойно вести, чтобы что-то не ущипнуть и не вырвать с корнем. Хотя бы корень бы оставили мне, взяли бы цветок, да, вот этот вот, отрезали себе на подарок там или куда-то. Но нет же, им надо было выдрать все это с корнем, чтобы мне никакого шанса на восстановление не оставить. Не научились. Нет людей еще. Не научились люди, чтобы во дворе были цветы. Нет у них такого. Поэтому эти контейнеры я занесу домой. Все побыли. Кто-то понаживился. Ну, не умеет наш народ. Не умеют. В предыдущем ролике можете в плейлисте посмотреть, какие были цветущие вот здесь вот эустомы. Самый большой куст. Там было около 20 бутонов. Ну вот даже ничего не осталось. Я не знаю, приживется он у них, нет. С корнем выдрали. Палочку выкинули. Это все во дворе. Конечно. Но представьте, что народ наш еще не научился, да, чтобы было красиво и чтобы все надо выдрать, все надо себе домой притащить, ничего в труд не вложить. Ой. Да ладно, главное, чтобы им было хорошо. Хорошего дня.